Квадратик. Собор дома. Увеличится здесь собор Милана. Смотрим, необъятная высота, синее небо, эти готические метнувшиеся вниз. Готические стрелы. Как свечи. Дух захватывает. Я пойду сейчас на площадь и сниму с той стороны. Сегодня утро. Суббота. Прекрасный день. Выше 20 градусов тепла. Все миланцы, гости города. Со всех сторон. Здесь французская речь, немецкая, русская. Но русских мало. Очень мало. Все гуляют. Все. Приходят на таком радостном настроении. И очень много улыбающихся лиц. Вот очередь какая, чтобы пойти по билету. Сейчас поближе посмотрим скульптуру. Вот такие скульптурные группы собора. Атланты подпирающие. Фигуры апостолов. Музыкант. Вот эта площадь дома. Какая красивая. Каждое здание — это памятник архитектуры. Украшенные каменная резьба, скульптуры. В центре памятник конной скульптуры Виктору Эммануилу. А ближе подойдем. Ой, какое здание. Вот это вот галерея, торговая галерея, самая крупная в Европе. ГУМ был построен вот наподобие по образцу этой галереи. Вот памятник Виктору Эммануилу, величественная скульптура. У подножия памятника львы. Из бронзы памятник на каменной глыбе. Люди со всех сторон земного шара. Ой, фотографируют и скульптуру. Голубей вот фотографируют. Кормят. Подходят поближе. Ой, какой красивый. Какой величественный парень.
окружении таких прекрасных архитектурных форм. Ой, какая красота! Собор дома. Вот такая площадь дома. Ой. А вот там вдали опера, театр миланский, Ла Скала. Вот там, вот если смотреть на башню, туда пойдем сегодня. Sonne blühen. Sonne blühen. Letzte Woche.